приветствую, бойцы. Насколько мне известно, в прошлом вашу банду называли оборотни. Кстати, эти костюмы вам к лицу. Напоминаю, вы должны вскрыть все хранилища банка и уничтожить их содержимое. Остерегайтесь охранников. Они точно не будут просто стоять и любоваться, как какие-то ряженые пытаются ограбить банк. Из Warface установили плазменный резак возле двери и ждут команду, чтобы начать действовать. Уничтожьте их. Затем вскройте замок с помощью резака. Приготовьтесь. Сработала сигнализация. И сюда выдвинулось подкрепление охраны. И держитесь подальше от работающего резака. Нам не нужны несчастные случаи. Полицейские с гранатометами. Они не успокоятся, пока вы их не перебьете. Но они сами выбрали себе столь непростую судьбу. Истребить всех полицейских на подходе подразделения противника на реактивных ранцах. Задействовала вертолет. Если у вас нет с собой гранатомета, используйте стрелковое оружие. Я в вас верю. Есть. Вертолет сбит. Оборотни, а вы даже крепче, чем я ожидал.
В этом хранилище лежат ценные документы. Нельзя, чтобы правительство узнало их содержимое. Их нужно уничтожить. Устанавливайте взрывчатку. И не забывайте о деньгах. Вы же помните, что это ваша награда за работу. Отлично, оборотни. Еще одно хранилище находится несколькими этажами выше. Выдвигайтесь туда. Единственный способ попасть наверх – это веревки. Используйте их снова. Ликвидируйте охрану. Им приказано остановить вас любыми способами, даже ценой собственной жизни. Они не успокоятся, пока все не погибнут. Я, откровенно говоря, никогда не думал, что у полицейских такая высокая зарплата. Иначе зачем им так стараться? Действуйте по плану, оборотни. Вам необходимо активировать резак и уничтожить замок на двери. Держите оружие наготове. На подходе спецназ. А это противник посерьезнее, чем предыдущие неудачники. Если он взорвется, вы не сможете попасть в хранилище. Урсула Элис не ошиблась, доверив вам эту операцию, оборотни. Вы станете богаче, а уцелевшие полицейские умрут со стыда. Полицейские выключили свет в здании. Наивные. Они не понимают, что волки любят темноту. Следите за резаком, он опять перегревается. Правонарушители, вы окружены. Сдавайтесь, пока не поздно. Положите оружие на землю. Свои деньги, вам придется выжить, а это непросто.
сюда двигается Джаггернаут. Напоминаю, его слабое место — энергоблок на спине. Взрывайте содержимое хранилища. Никто не должен знать, что в нем находилось. И не забывайте о деньгах. Последнее хранилище находится на верхних этажах. Двигайтесь к веревкам и поднимайтесь к нему. Полагали, что унесете из банка такой улов, и вас никто не остановит? Как по мне, сейчас у вас идеальное количество денег, чтобы не дать себя убить. Взламывайте дверь, устанавливайте взрывчатку и двигайтесь к точке эвакуации. Напоминаю, никто не должен знать, что вы из Блэквуд. Рекомендую оставить последний патрон для себя. Вы не можете попасть в плен. Перезапустите редак. Если он взорвется, вы не сможете попасть в хранилище. Запустите систему охлаждения резака. Гибель коллег так ничему и не научила этих копов. Они не понимают, что, давая отпор, только продлевают свои мучения. Перезапустить его. Резак перегревается. Перезапустите устройство. Перезапустить резак.
справиться лучше, чем воевать с Варфейсом. Содержимое хранилище. Продолжайте. Перезапустите систему охлаждения резака. Заходите в хранилище и взрывайте его содержимое. Оборотни, задание меняется. Посмотрите содержимое хранилища. Урсула, что вы себе позволяете? С этого момента я командую операцией. Никто ничего не уничтожит, пока мы не узнаем, что тут спрятано. Не может быть. Это Оберон Уайт? Оборотни, поднимайте капсулу на крышу, мы берем ее с собой. Я должна разобраться, что происходит. Посылаю за вами вертолет. Я заклинаю вас, Урсула. Тело Оберона мертво, но мозг еще жив. Если он попадет не в те руки, последствия будут плачевными для всех. Я отключила псевдо-Оберона от канала связи. Оборотни, берегите объект. Вертолет уже на подходе. Жаггернауты. Теперь понятно, что так просто отпускать вас никто не собирается. Займите оборону и продержитесь до прибытия вертолета. Оберона в безопасное место. Полиция продолжает расследование дерзкого ограбления, произошедшего накануне вечером. Напоминаем, неизвестные в Москве совершили налет на центральный филиал банка Brayman Brothers.
Установка соединения. Поиск точек контакта. Контакт установлен.